Пускай еще один видос поставлю. Поставила. Дальше снимать. Берег прикольный. Хорошо бы тут просто трава, нет? Сейчас нет. Можно тут просто пойти. Мира, куда бы было бы не зашли? Там не перед ночью. Попугайте, проезжайте, две рыбки дайте и плывите дальше. А можно? Нет, две рыбки. Две, жду. Я крепкий. Точно там можно, когда рыбки нет, но надо отдать. Мечта, мечта. Я снимаю. Точнее, не я, конечно. GoPro старается. Какая утка? Белых уток не бывает. Ну ты сказал, что утки сидит. Это ведро. Я уже сейчас понял, что это ведро. Так, давай правее возьмемся, чтобы не это. Погнали скорее.
Но нас тут много еще будет проезжать. Меня облило неприятно. По-моему, когда мы, ну, когда прям так течение несет, когда мы вдвоем, то получается выровняться лучше. Не надо останавливаться тогда, можно просто дальше плыть. Потому что ты все время регулируешь в основном остановка. Да, да, такая. Кстати, а ты отключила раздачу? Да. Хорошо. Ну, что-то пахнет. Я думаю, под мостом надо будет остановиться, как сказали. Ну, в любом случае, под мостом надо будет дождя. Как минимум. Ну, да. Но я в целом, что даже если не начнется, надо будет остановиться, скорее всего, под мостом.